Ну что, ребят, лайфхак вам для обеда. Сегодня покажу вам, что буду готовить. Грибочки. Ну и эти, как они, купаты, в общем. Что нам для этого понадобится? Нам для этого понадобится чуть-чуть маслом их так взбодрить, слегонца. Чтоб грибочки все в масле были. Ну, масло и соли. Готово. Значит дальше делаем такую конструкцию: фольга, купат и купат. Наверное, вот так вот сделаем их. Во всю длину распределим. Ну, 4 купата, значит, у нас будет, да? 4 купата. Грибочек. Сейчас грибы распределяю. О, получилась у нас такая большая сосиска. Сейчас идем ее ложим на коллектор на выхлопной. Ну вот так положил, короче, на коллектор. Здесь защита стоит. Никак не положить. Положил, в общем, на турбу вот так. Обмотал. Положил. Ну, думаю, никуда она не денется. Вот. Все, сейчас километров. Метров около 80. И будет готов объект. Сейчас проехал где-то, наверное, километров 15-20 где-то проехал. И уже такой запашок пошел. Такой приятненький. Причем запах грибов пошел. Купат пока запаха нету, а грибов запах есть. Побыстрее бы уже доехать, да пообедать. Посмотрим, что у нас из этого получится. Посмотрим. Говорю, плохо то, что по всему коллектору не распределился, а только вокруг турбины пришлось делать. Ну ничего, посмотрим, что получится из этого. Вот сейчас еще где-то километров 10 проехал, уже от купа запах пошел. Сейчас кто-нибудь, наверное, сзади едет, слюнями, блин, облизывается там, истекает. Ну извините, что поделать. У нас такая кухня. Время доставать пришло. У нас час ровно прошел, как он там на турбе лежит. Сейчас будем пробовать, что у нас получилось. Может, ничего не получилось, а может, получилось. Ребята, ребятишки, это просто сказка. Это просто сказка. Как говорится, словами не описать. Сейчас будем пробовать. Сейчас у меня лавашик, оторву лавашик. Имеется у меня вот такой лавашик. Сейчас сюда сосисечку, грибочек сделаем. Сосисончик, грибочек. Рвется собака. И тогда будем делать так просто. Купаты полностью готовы. Да, ребята, да. Это охрененно. Короче, час на коллекторе и все готово. Сами видите, да? Прожарка какая, сочность.
твой грибок. Обалденно.